Всем привет, Свое ТВ с вами, и мы сейчас находимся на Строгановской регате в Усолье. К нам приехали ребята из разных городов, в том числе вот у нас команда из города Омск. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Карпеев Олег Львович. Карпеев Никита Олегович. Да, вы у нас приехали одной семьей, вот проделали 2000 километров, ехали целый день к нам. Вообще, насколько это для вас интересно, чтобы побывать на соревнованиях на Строгановской регате? Как раз очень удобно Строгановская регата попала в календарь между Тольятти и Екатеринбургом. Прям мы очень счастливы, что эта неделя у нас будет заполнена именно тренировками, именно регатой. Поэтому мы здесь с вами в таком чудесном месте. Прекрасно. Никита, расскажи, пожалуйста, что у тебя за яхта? Можешь прям показать, у тебя какая модель, какой класс? У меня класс оптимист. Это яхта начинающего класса, но на ней уже можно показывать результаты. Мне нравятся яхты из-за того, что все в моей семье были капитанами. Отец и брат. А сколько лет твоей яхте? Моей яхте уже 20 лет. На ней еще мой брат гонялся. А сам ты сколько лет гоняешься уже? Второй год. С 9 лет. А занимаешься в местном клубе, да, получается? Да, в местном яхт-клубе, в Омском яхт-клубе. Да. Как называется у нас спортивная школа? Спортивная школа, Омский яхт-клуб. И твой тренер, это еще и твой папа. Да. Вот. Ну что ж, мы сегодня вот пообщались с небольшой нашей командой, приехавшей из Омска. Подробнее, конечно, мы расскажем об этом в сюжете, в ближайших выпусках наших новостей. Ну а пока посмотрите, сюда приехало около 30 участников из разных городов. Помимо Омска, еще есть самый дальний, это Ижевск, Воткинск, Удмуртия.